тех или иных специалистов, в том числе из Южной Африки. Израиль вместе с Южной Африкой производил ядерное оружие и помог. Это также утверждал один из советских шпионов, контр-адмирал Южноафриканского военного флота, который занимался именно этой проблемой вместе с Израилем. Он был в Израиле, он возглавлял в Южной Африке часть работ по этой теме. Придумали. Значит, естественно, у каждого ядерного реактора есть свой пульт контроля, на который выводятся все данные. Значит, построили два пункта контроля. Значит, один настоящий и второй, который служил, да, такой ширмой. В него подавались другие данные.